К взрыву на улице Грушевского в День независимости причастны иностранные спецслужбы. Такое заявление сделал член коллегии МВД нардеп Антон Геращенко. Причем ссылался он на данные следствия. Все подробности в материале. В МВД выяснили, кто стоит за взрывом, прогремевшим в правительственном квартале на улице Грушевского 24 августа. Ничего нового в объяснениях громких преступлений, впрочем, не прозвучало. Песня традиционная. Преступники действовали в интересах иностранных спецслужб. Был огорожен периметр на улице Крещатик, на площади Независимости, и там мы не допустили никаких террористических актов. Однако за периметром действительно произошел бросок гранаты. Следствие уже примерно понимает, о чем идет речь, и что к этому причастны те люди, которые действовали не в интересах Украины, а в интересах спецслужб иностранных государств. Странно, что на этот раз Геращенко обошелся без обвинений в сторону конкретной страны. Ведь в каждом громком деле он видел российский след. И в жестоком убийстве журналиста Павла Шеремета, которое спустя больше года так и не расследовано. И в покушении на жизнь добровольца Адама Асмаева, и даже во взрыве у посольства США. Напомню, в День независимости около 2 часов дня раздался взрыв в правительственном квартале за несколько десятков метров от того периметра, о защите которого говорит Геращенко. Пострадало 3 прохожих, родственники героя Украины Валерия Чебинеева, а также его сослуживец. Хотя в этот день, по официальным данным, на улицах столицы патрулировало рекордных 6 тысяч правоохранителей. Но взрыв предотвратить они не смогли.